Снова за родом, и господа, на связи Роман, канал Freeze and Games, а мы продолжаем с вами играть в Resident Evil Village, она же восьмая часть. Поехали, у нас по инвентарю что? У нас вроде как все собрано, лекарства пока не буду делать, у нас есть железный ключ с отметкой, окей, ключ Димитреску есть, хорошо, маска гнева у нас присутствует, маска радости также, и осколок карты сокровищ. Соответственно, сейчас мы можем с тобой по большому счету идти вскрывать зал четырех, почему бы и нет, мы можем себе это позволить. Мы можем вернуться во двор, поискать то, что мы упустили, хотя я понятия не имею, где там что искать. В главном зале такая же история. А здесь, подожди, а почему ты, ага. А, так, это у нас что? Это подвал. Здесь ничего у нас нет. Мы все собрали, здесь тоже ничего нет. Следовательно, у нас остается главный зал, опять же, библиотека, оперный театр, он же оперный театр, чердаки и крыша. Ага, еще и колокольня, и башня гнева еще присутствует. Хорошо. То есть есть у нас что-то где-то пропущенное. Пойдем, не будем мы сегодня с тобой, наверное, выискивать всякое разное, мы сейчас пойдем сразу поставим маски, и плюсом я еще почитал рецензию, опять же, сказали, что да, есть такая фигня, короче, нестабильность FPS весьма неплохо проглядывается на ПК-версиях игры, к сожалению, то есть это не мой косяк, к счастью. Потому что я уж начал расстраиваться, типа, да как так-то, за что было, как говорится, заплачено-уплачено. Компьютер-то как бы не дешевый, да и в принципе железки сейчас не дешевые. Куда-то Димитреску пропало. Ну пропало и пропало. Хорошо. Судя по всему, сейчас у меня будет с ней бой. Потому что меня тут всячески одаривают всем подряд. Тут и патроны, и трава. Значит, видимо, сейчас мы будем с ней воевать. Ну хорошо, хорошо. Есть тут еще чего? Нету. А где это вообще? Ага. Я не знаю, будет ли у нас возможность вернуться обратно и попытать счастье, так сказать, в поиске всего остального. Это что? Зачем мы сюда зашли? Так вот этот кинжал, так подожди, а при чем? Ох, охрень. Это... Ёбана. Всё испортил. Да я тебя трогать не трогаю, что ж ты пришла-то? Каково тебя? Перо в ребро. Ой, под ребро. Все, песос, кинжал просрали. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, это чего? Твою медь. Плать, кровь. Я сожру тебя всего! Говном подавишься, ясно? Только нашли такой офигенный кинжал и сразу же просрали. Ага. Решила, значит, показать свой внутренний мир, подавить. Тебе конец! Да я это уже и понял. Но я, наверное, все-таки не зря сохранил, экономил патроны, да? А мы будем ее наказывать. Здесь что-то открывается за... Ёпти. Твою мать, как же неудобно. И да, тебе повезло. Только ты
мать Миранда, видели меня в этом обличье. Жаль, что ты заплатишь за это жизнью. Я не виноват, что ты трансформировалась, ясно? Ебанидзе. Я тебя никогда не прощу. Чего не простишь-то? Да куда ты там? Подожди, я же за тобой иду. Ой, не, это... Не стыдно говорить про спасение своей дочери после того, как ты убил моих. Твои дочки сами виноваты. Я тут не убила, ясно? Не надо было кусаться и мух на меня натравливать. Несносный человечишка! Ага. Я понял. Куда ты? Бляха. Да ты на себя бы посмотрела, какая я тебе мразь. Я и не собирался. Блин, я... Я больше попадаю в пасть той здоровенной херни, чем ей. Чем в нее, в саму эту Димитреску. Спокойно. Роза, наш последний шанс. Маловато крови. Еще больше крови. Подожди, это катсцена пошла, я тут ни при чем. Мне нужна плоть. Мою не трогай. На, тварина. Да фу, мухи. Блять, лучше бы дихлофоса два бутылку дали. Подожди, мне походу надо реально наверх подняться. Фу-фу-фу-фу-фу. Опа, хорош. Больше некуда деваться, Иритан. А я не могу взять... А, нет, понял. Ладно тебе, не стесняйся. Покажи мне свой ужас. Чего? А теперь ты умрешь. Слушай, ты не поверишь, но я тебя вот вообще ни капли не боюсь. Я сожру тебя до последнего куста. Ага. Подожди, подожди. Что за тебя? Опиздюли его с девонька. Ты опоздал. Ты никогда не увидишь Розу. Будешь говорить от отчаяния. Прикольно. Ты тварь! Ну, конечно. Ну блин, такой прикольный босс, и так тупо его слить. Ну серьезно. Чё, кристаллическая Димитреску, понятно, продам. Не, я здесь проклят. Так, серьезно, серьезно, серьезно. Мне очень сильно зашел босс Димитреску, но что из нее сделали, ну это хуета какая-то полная. Ну это что-то слабенькое, что-то такое обычное, что-то такое, ну фу. Что это я нашел? Похоже, я смогу выбраться.
Ну, не знаю. Грязная колба. Зачем? Ага. Странно. If номер 3. Компонент стабилизации. Интересно. Ладно, и выбраться-то я выбрался куда? Это я где? А, серьезно? Хорошо. Это, возможно, я еще и обратно в замок смогу вернуться. Я доделал вещь из этого заказа. Отнеси его в дом с красной трубой. Иди через пещеры, потом через развалины, а дальше по деревне. Так, подожди, а я разве здесь не был? Я же здесь был. Ну? В определенный момент игры я здесь был. Или нет? По крайней мере, я помню этот колодец. Давай грязную колбу сюда ставим, нет? Я понял. Не, подожди, давай сохранимся, наверное, разок. Разок, дверной глазок сохранить. Нет данных, теперь есть данные. Подожди, а это вход обратно, по-моему, в замок, нет? Нет. Фига у меня патронов. Это я отсюда пришел. Здесь у нас Димитреска валяется мертвая. Хорошо, и проходов никаких нет. А как мне в замок обратно? Вот я сейчас хочу вернуться обратно в замок, посмотреть чего, куда, зачем и почему. И получается, я не могу себе этого позволить, да? Я правильно понимаю? Я правильно понимаю. Ну, плохо. Я там чутка совсем не нашел то, что я хотел найти. Бля, на какой хер я сюда побежал? Куда мне дальше-то? Сейчас не понял. Собака дикая. Хорошо. Поищите розу. Блин, перемещаться на среднюю кнопку мыши это очень неудобно, имеется в виду по карте. Чтобы перемещаться по карте, надо зажимать среднюю кнопку мыши. Это фу, вообще так нельзя делать. Так, рыбки, хорошо. Боги, услышьте нас, взываем мы к вам с почтением. Явитесь из пучины темноты, чтобы разрешить наши судьбы. Ибо бабка. Да взойдет в ночи жуткая луна. Все мы просим вас пролить свет. В жизни и в смерти славим мы Матерь Миранду. Эй, помните меня? Я чуть не погиб в том замке. Ключик дай. Что здесь происходит? Можете мне объяснить? Можно ли погибнуть только чуть? Нам ответит лишь мудрец. Вы же все поняли. Я так и не нашел Розу. Где ее прячет Матерь Миранда? Опоздал. Ну или чуть опоздал. А какая разница? Дитя станет жертвою. Жизнь за жизнь. Что за средневековая херня? Она же младенец. Гербы четырех кровей откроют искомый путь. Может, хватит ваших загадок? Я просто хочу найти дочь. Но эта загадка лишь пока нет ответа. Погоди, я же это видел. Дом Димитреску. Эй, стойте! Там было написано «Дом Димитреску». Подожди, во-первых, здесь ключ лежит. Крылатый ключ, шикарно. Во-вторых, смотри, дом Димитреску, вот этот герб. А, так это вот херня. Все, я понял. Мне надо вот эти все колбы пособирать, короче. В общем, я понял. Мне надо, получается, пройти 4 боссов, 4 локации, собрать вот эти все колбы, и тогда я смогу, видимо, туда пройти. Правильно же я понимаю? Видимо, да. Потому что этот герб реально, вот он, вот, вот грязная колба. Вот он.
Так, ладно, Сим-Сим. Что за... Что за хуйня ты хотел сказать? Подожди. Амбрелла! Амбрелла, здравствуйте. Нет? А у меня нет ничего с таким символом. Серьезно? То, что он очень знаком, да. Но что это за символ? Нет. Точнее, что туда поставить? У меня ничего нет туда поставить. А эти колбы, они объединяются? Ну-ка, подожди. Слой грязи мешает увидеть ее содержимое. Сброс. Нет. Масштаб. Там какая-то муха или что-то типа того. Нет, я не могу ничего с ней сделать. Ага. Шатается, падла. Хочет упасть и укусить меня. Я ему не дамся. Я никому не дамся. Хер, кто меня укусит. Я сам всех укушу, ясно? Пули для снайперской винтовки, кстати. Ага, а по дробовику у меня что? 4. Это плохо. 4 это плохо. Это сейчас кто? Кто звук этот издал? Ах ты, тварь ебаная. А можно приблизить? Ага, хера там приблизить. А задержать дыхание? Alt масштаб? Хорош! Бляха! Есть! Но все-таки снайперская винтовка, она немножко не бесполезна, да? Какая-то польза от нее все-таки имеется. Есть еще кто? Я, по крайней мере, их слышу. Упасть? Нет. Ага. На босса снайперская винтовка хреновая, потому что с нее ебаненько, если честно, целится. Но вот так кого-то отстреливать внезапно вполне себе норм. Мне немножко сыкотно тут. Опа, козляра. Да как? Да в смысле? Да серьезно. О, нормально. Хорошо, козлицын ушел. Дальше, так, 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 так. Но это мост надо опускать. Как-то я его могу опустить. Как-то... изучить. Сюда требуется какой-то рычаг. Я понял, ну пойдем поищем. Теперь же на ту сторону. А, нет, там лодка моторная. Значит, это переход в какую-то другую локацию, видимо. Но сначала нам не надо здесь попутешествовать. Давай. Опять по канализациям ходить, бродить. Как же... Я вас помню, сволочи. Вы меня с первого дня замучили. Падлы. Ага, там что-то за стеной есть. Хорошо. Ага. А если я сюда?
ключик? А какой сюда ключ? Не понял. Нет? Как нет? Нет? Как нет? А, нихера себе. Чтобы открыть этот замок, мне нужен какой-то ключ сюжетный, которого у меня еще нету. Вот это сейчас интересно было. И где мне его брать? Здравствуйте. А, это торговец. Тьфу, етижа пассатижа. Напугал меня собака. Это безопасная территория тут, скорее всего. Вот и вы. Так и знал, что вы здесь окажетесь. Ага. Все было напрасно. Неужто? Полагаю, что-то ценное вы нашли. Не уверен, что ценное, но... Но... Ваша дочка прямо у вас в руках. Что? О чем вы? А вы приглядитесь. Голова... Что? Голова Розмари Уайт? Вам не кажется, что в колбе ее голова? Нет. Нет. Роза! Что? Лучше молчите! Этого не может быть! Нихуя себе поворот! Я вам не верю! Душа вашей дочери цела. У нее уникальный дар. Но... Кто мог это сделать? Ее можно спасти. Спасти? Вот здесь поподробнее. Теперь? Вы рехнулись! В западной части деревни стоит дом с красной трубой. Ага. Найдите персону, которая там живет. А потом мы вернемся к нашей беседе. Хватит тянуть! Выкладывайте все сразу! Вы можете не верить. Но не думаю, что у вас есть выбор. Ваш ход. Клиент, конечно, всегда прав. И все же... Охуеть. Если это вранье, я убью вас. Да у него же бронежилет, ты посмотри какой. Там ни одна пуля не возьмет. Шутка, блядь. Само собой. Ой, да, конечно, весело. О, леди Димитреску. Красиво даже после смерти. Какая на самом деле ничего веселого, да. Если честно. 30 тысяч стоит ящик новый. 20 тысяч упор для щеки. Это винтовка, это снайперская. Оптический прицел. Неплохо, конечно, но дорого. Не, я лучше 30 тысяч пока насобираю на... О, пистолет могу прокачать. Давай я это и сделаю. Позвольте мне. Но только темп стрельбы и урон. Пока остальное не буду делать. До новых встреч. Да пошел ты нахуй. Ты меня расстроил. Как не подходит? А какой здесь нужен ключ? Как-то ключ вороны нужен. Серьезно? Изучить. А-а-а. Опа, здрасте, подождите. Воспоминания пошли, флешбеки. Так, она приходила. Она приходила. Так, а... Опа, сейф. Вот ничего нельзя свистнуть, нет? Ладно, хуй с тобой.
Сюда подходит. Так, а там точно такие же ворота. А, не, здесь перец только сверху. А там сверху и снизу. Хорошо. Окей. А эта деревня, получается, мы же здесь были. Ну, конечно, это же начало, начальная деревня. Деревня. Деревья, хотел сказать. С четырехкрылым эмбрионом. А, да не торговец, это просто с четырьмя крыльями. Ну, хорошо, ладно. Пока что мы вернулись взад. То есть, периодически игра нас будет возвращать немножко назад, да? Ну, ладно, допустим. Допустим. Так, погоди, где-то тут была отмычка. Вот она. Что? Ой, дробовик. Ты моя радость. Неплохо. Дальше. Здесь закрыта дверь. Это то есть сейчас направо. Я смогу тут туда как-нибудь зайти, нет? Она, по-моему, заперта с другой стороны. Да, она заперта с другой стороны. Тогда, следовательно, Дева войны. Там тоже заперто. То есть я, скорее всего, хер туда зайду. Но я попробую обязательно. То есть это сюда. Конечно же, я понял. И получается, по большому счету, мне тут больше нигде не пройти. За исключением... А, дом Луизы мне туда не надо. Хотя вот так вот по кругу я могу туда зайти или нет. Давай попробуем. Это туда? Я в карте в этой теряюсь, если честно. Нет, это не сюда. А-а-а. Здрасте, приехали. Плюшевый мишка. На кой? Ага, это сокровище продавать. Вивианит. Это тоже сокровище, видимо, просто какое-то дорогое. А как я это пропустил? Тут столько всего интересного. Сюда мне не пройти. А еще у меня нет рычага, чтобы из колодцев что-то где-то доставать. Здравствуйте. Я здесь был? Не помню. Нет, не был. Я услышал крик, доносившийся из дома с трубой. Хотел сходить и глянуть, что там, но дорога была завалена. Придется топать в обход. Кто бы мог подумать, что от дыры в конюшне когда-нибудь будет прок. Если я не вернусь к утру, иди в дом Луизы без меня. Батяня. Окей. Замок несложный. Да замок-то несложный. Так только у меня опять нету этих отмычек дебильных. Ага. Понятно. Чем придумали эти отмычки? Почему нельзя ГГ? Почему нельзя ГГ научить? А, скажи мне, я тебе скажу, ножом отковыривать... Я пойду отмычку куплю. Я не испугался, нет, я просто пойду куплю отмычку. Я ничего не боюсь, просто хочу отмычку купить у торговца. Страшно, блядь. А, дай отмычку. Дай отмычку, хочу у тебя купить. В смысле? А у тебя что, отмычки нет? Да как продано-то? Твою мать. Одна отмычка на всю игру. У торговца одна отмычка на всю игру. Ты серьезно? У тебя что, поставщики-то вообще где? Они работают, нет? Че за херота? Заперто с другой стороны, ладно. Козел. Окей. Ну, пойдем. Пойдем туда, где не страшно, потому что я ничего не боюсь.
Где эти уроды? Ну-ка, Шрек, выходи. Ага. Так, крафт. У меня 3 аптечки. Давай мы, наверное, сделаем патроны на дробовик. А, в смысле, куда? Ага. Так, сколько у меня реагентов? У меня их 6. Нихера себе у меня реагентов. А откуда у меня их столько? Нет, я, конечно, рад. Я просто не... А, ну конечно, я же аптечки-то не делал. Ага. Скотина ебаная. Только попробуй ко мне приблизиться. А, здорово, пацан. Это наверняка можно сдвинуть. Можно. Только как... А, так это я вообще в начало вернулся. Серьезно? Это я даю жару. Все, я понял. Это прям начало начальное. Вот эта надпись Donut Enter. Который я тебе говорил, не входи туда. А ты мне не верил и пошел. А вот там дом есть, в котором я что-то не забрал. Пойдем заберем. Не помню, здесь я Шрека проведывал, нет? Нет. Или закрыто было? Ничего нет. Хорошо. Кто это сказал? Не надо. Как это закрыто с другой стороны? В смысле? А я теперь обойти там не смогу? Там трактор? Ага. Ладно, подожди. Ну, пойдем тогда сюда. Здесь по-любому сейчас животное на меня какое-то нибудь напрыгнет. Наверное, следующий босс будет Дед Мазай. Что это? Посмотри в окно. В какое? Ага, я понял. Не, подожди. Ети же, пассати же. И где я должен эти пароли все еще брать вам? Ноль четыре. Ага. Блять! Ты, сука! Падла! Урод ебаный! Обосрался. Так, 07, 07, 04, 08. 07, 04, 08? Чего? Все? 0. 7, 0. 4, 0, 8. Хорошо. Хорош. А это что за хрень? Рукоятка домкрата. Так, подожди. И какой пистолет получается лучше? М1911. Изучить. Урон 160. Удобный полностью автоматический пистолет. Зажмите спусковой крючок, чтобы выпустить очередь. Ага. Так, урон 160. А здесь у нас у прокачанного урон 150 плюс 30, это 180, на секундочку. Опять же, мы можем его продать и прокачать этот пистолет. Правильно? Тогда он будет лучше, нет? Ну, наверное, да. Твою дивизию.
Ой, промазал. Ой, промазал. Так, пацаны, стойте. Стойте. Стой, сука, я тебе говорю. Пошел нахер. Отлично. Это истерика, понимаешь? Это паника. Это я уже не понял, что, где, когда, поэтому начал шмалиться всего подряд. Я просто не ожидал, что они на меня побегут. Два патрона в снайперской винтовке. Все, черти закончились. Так они сидят тут на крышах, их практически не видно. Бесят, суки. Ладно, так, давай. Что, ползти? Твою мать. Что это было? Подонок. Где он? Я тебе отвечаю, я его слышу, я его не вижу только. А позади у меня там домик есть. Где? Где? Сюда. Ага. С этими гаденышами почему-то становится страшнее, хотя, казалось бы, мы их уже видели, они нас преследуют с первой серии. Но почему они меня так напрягают? Свинья? Ты че, тварь, блядь? Мое. Отдайте их герцогу. Хорошо. Нет, так а что она меня пугает? В смысле? Убил. А, подожди. А здесь еще животных, получается, можно отстреливать? Мясо птицы? А где это там мясо птицы? Подожди. Что за ингредиенты? Что за герцог-то, я понял? Герцог это у нас, по-моему, торгаш поганый. А, вот же он сидит. Блядская ты рожа. Я понял. Стрелял по этому, случайно убил того, прикинь? Вот это я стрелок божественный. Так. Это у нас проход, получается, к этому дому. Почему красный? Там же мы залутались. Нет, мясо птицы, это мне надо... Хер знает, как мне это надо. А где я там оставил мясо птицы? Серьезно. По аналогии со свиньей, это мне, получается, надо какую-то курицу забомбить. А где там курица? Где-то есть курица? Петух? Кто-то из этих? И зачем ему эти ингредиенты? Он что, мне суп сварит или что? Как мне туда попасть? Делянка под паром. Так. Мне ж интересно стало. А, так а я ж туда не могу пройти. Я подожди, почему не могу пройти? Через церковь? Да, через церковь. Твою мать, вороны сраные поганые. Т.
Так. И здесь, если пойти правее... Хера себе, точно. Во. Еще надо? Ой. Ну, допустим. Абсолютно непонятно, зачем это. Но если надо, то ладно, ладно, хрен с ним как бы. Я ж не против. Пойдем обратно. Курочек только зря перебил. Я надеюсь, нам сделают что-то интересное, хорошее, прикольное такое. Позитивное. Слушай, а если он нам запилит такую шнягу, которая нам будет повышать здоровье на постоянной основе, нет? Ну, имеется в виду, увеличит максимальное здоровье, нет? Ты же герцог? Ну что ж, смело изучайте. Кошелек герцога. Вивианит, деревянное тело. Плюшевый мишка, мясо птицы. Странно. Мясо птицы обитает у него обычный ингредиент. Несъедобно в сыром виде. Ну. Должно хватить. Получается, он ему нафиг не нужен. Ладно, хорошо. Это просто на продажу. Ну, это зря, если честно. Неинтересно. 170. 170. Но темп стрельбы больше в любом случае. Перезарядка, боезапас. Это простая модификация. Я быстро управлюсь. Может мне продать ему тогда вот этот простой пистолет? Хотя нет, пока не будем его продавать. Интересных приколов. Да, благодарю, спасибо, конечно же. Так, а тебя давай мы тогда поставим в быстрый доступ. На двоечку. Да. Включение. Просто для разнообразия, пока походим с другим стволом. Но я думаю, мы его прокачаем, он будет лучше. Лучше, чем тот базовый, стартовый, начальный. Здесь мы, подожди, здесь мы прямо проходим. У меня плохо с картографией, поэтому не удивляйся, что я постоянно туда подглядываю. У меня серьезно плохо. Блять, не туда пошел. Говорю же, хреново. Как это заперто? А где я проходил? Ага. Ну пойдем, мне нужен дом. С какой-то красной трубой. Так, не туда. Сюда. Мне вообще конюшня нужна. Где-то в конюшне должна быть дырка. Куда я могу куда-то пройти? И куда это? Сейчас не понял. Ага. Не, серьезно, а куда? А, это я отсюда пришел вообще в принципе, вроде как с начала игры. Конюшня. Конюшня в полу. А нет здесь ничего. Не понял, куда мне? Это замок Димитреску. Димитреску. Это дом Луизы. Там нехер уловить. Это мельница. А куда мне идти-то?
старый город, там тупик. Церковь. Через церковь надо пройти как-то. Ни хера не понял. А, придется топать. Вот куда мы подумать, что от дыры в конюшне когда-нибудь будет прок. Дыра в конюшне. А где твоя конюшня, братан? Вот это? Херота какая-то полная. Замок Димитреску. Место ритуала. И сюда. А, не, место ритуала, это я понял. Так а куда мне? Конечно, я не против попутешествовать, погонять туда-сюда, но в пределах разумного. Ага. Пера тут ключей по итогу нам надо будет. Так, крепость, кладбище, мельница. Кладбище, крепость, мельница. Это все туда. Так, здесь я был. Мед, пиво пил. По усам текло, ничего никуда не попало. Здрасте. Ага, я понял. Этот пистолет немножко не подходит под мой стиль стрельбы. Под мой корявый, понимаешь? Он не дает мне возможности прицелиться. Он просто начинает шмалить без остановки. Давай пока вернем тогда обратно этот. Быстрый доступ. Да. Хорошо. Так, а куда мне идти-то тогда? Ключ шестикрылым эмбрионом. Но единственный вариант, который я еще вижу. Единственный. Это сходить в старый город Восток. Потому что на западе мы были, там закрыта мастерская, мы были, дом Луизы мы были. То есть, получается, через Деву Войны пытаться здесь где-то пройти. Так, а как я туда проходить-то должен? А, здесь я не могу, здесь трактором завалено. Телега перекрыта. Следовательно, могу пройти только сюда. Твою ж мать. Так, это трактор направо и еще раз направо. Охереть не встать, это лабиринты. Зачем так усложнять жизнь? Да, точно, я ж сюда так и не сходил ведь. Собака, сидит, чертяра, ждет меня. Получил в голову.
Ага, подожди, перезарядка. Не, ну точно с Дед Мазаем буду драться. Он опасный, чертяка. Так, здравствуйте. Здесь меня ждет самодельная бомба. И... не ху-ху больше, да? Заперто с другой стороны, окей. Я ж не ленивый, я же обойду. По три раза все обойду и все равно найду туда, куда мне надо идти. Хуя себе, ты кто? Ай-яй-яй! Подожди, я так не играю. Нет? Да перезарядись ты по-человечески. Охереть. Что ж ты за хуепутал это такое? Фух, вот это сейчас опасно было. Хотя я помню, если честно, подобных таких чуваков, которые были изначально в классическом резиденте. А заперто хозяин отсутствует, конечно. Вот, они... тоже у них на башке был натянут то ли мешок, то ли что. Короче, такие непробиваемые достаточно типы были. Танковать нормально могли. Крылатый ключ. Что, ключ со скрипкой нужен? Серьезно? Какой тут ключ нужен? Как он называется? Везде нужны одни ключи, ну что за хрень? Неужели люди, когда уходили из этой деревни, пытаясь спастись, они успевали еще дверь запирать на какие-то своеобразные ключи. Правда, все ключи своеобразные, но как бы... ты понял меня. Блять! Ты такая! Брат, ты шустрый. Падла. Напугал меня. Ага, мандолина. Мадолина, извиняюсь. Ладно, хорошо. Хорошо. Залутал чей-то дом. Не, ну сами виноваты. Опа, печечка. Там ничего в этой печечке нет? Наверное, нет. Сим-сим? Понял. Так, железный ключ со сметкой. Теперь открыто. Спасибоньки. Колесотка. Колесо от колодца? Да ладно, наконец-то я смогу колодцы открывать. Хорошо. Допустим. А что интересно в колодцах будет? Какие-нибудь потрошки, да? Еще какая-нибудь херня? Кто это сказал? А, так, тихо. Петух. Да твою мать. Да ты сраная курица, по ней хер попадешь. Она после первого выстрела меняет направление. Знаешь, какая хитрожопая? Большой кристалл. Спасибо. Еще одно миско. Порох. Хорошо. Бляха, как много всяких помещений. Ага. Все, я понял. Я понял, куда этот проход. Все.
Все. Я тебя понял. Заперто с другой стороны. Но я, наверное, смогу через дом туда залезть. Потому что там была лестница на крышу. Это Дева Войны или что-то типа такого? Да, Дева Войны. Вот оно рядом. Веревонька. Так, подожди, это веревонька или это провод? Непонятно. Дом с красной трубой. Пидорас. Гандон. Сраный. Че, не сдох что ли еще? Не сдох. Все патроны просрал, понимаешь? Малеха на панике. Так, здрасте. Опа. Крал это ключ. Лишь одна из деталей. Нужны еще три части, чтобы вновь создать целое. Принес в жертву матери Миранде две козы. Принес шерсть матери Миранде. Она поручила мне найти лекарства и инструменты из списка за пару дней. Интересно, зачем? Никаких новостей от матери. А животина все никак не уймется. Мне поручили отнести вещи к церкви в пещере на восходе. Там я увидел жуткое зрелище. Там стояли все четверо владык, а матерь Миранда держала в руках дитя. Она что-то прошептала и коснулась ребенка. Трудно подобрать слова, но дитя будто превратилось в белый кристалл. А потом она... И тут я не выдержал и спросил, зачем она это сделала. Матерь Миранда улыбнулась в ответ. Это избранное дитя. Что бы с ней ни случилось, она вновь обретет свой первозданный облик. Она дала часть кристалла в колбе каждому из владык, и они разошлись. Я забыл поклониться матери Миранде перед уходом. Меня до сих пор колотит. Что она сделала? Что это за ребенок? Так, понятно. Ну, типа она на куски разобрала розу. Окей, я понял. Хорошечно. Опа. Опять нихера. Опять же у меня появился новый ключ. Если что, на секундочку. Давай мы первый раз попробуем покрутить колодец. Посмотрим, что там имеется. Деревянный зверь. Голова. Блин, а я продал туловище. Если бы собрал, то получилось бы дороже. Хорошо, хорошо. Но в любом случае, смотри. Мы теперь сделаем... Так. Вот сейчас я только одного не понял. Подожди, стой. Там же в шкатулке лежал еще один ключ, разве нет? Изучить. Объединено с крылатым ключом. А, вот таким образом, твою-то мать. Черт, надо идти к герцогу. Да, надо идти к герцогу, конечно же. Понятно. Ну, пойдем мы тогда к герцогу. Сейчас сохранимся. И продолжим уже непосредственно. Ну как? Продолжили. Узнали что-нибудь? А теперь рассказывайте, как все исправить. Не горячитесь. Используйте этот ключ и соберите колбы с розой. Где искать остальные? Их всего 4. Одна у вас. Еще 3 у других владык. Владык? Все они служат жестокой правительнице этого края, матери Миранде. Одну из них вы встречали, леди Димитреску. Вторая живет в долине туманов, кукольница Донна Беневьенто. Не станьте новой игрушкой в ее сыром особняке.
А третья — Моро. Гора уродливой плоти, живущая в водоеме за мельницей. Говорят, он не единственная тварь, что живет в тех водах. Ну и опаснейший из всех — Гейзенберг. Он на своей фабрике, на краю деревни. Что делает? Скажу так, у некоторых очень больное воображение. Что это? Ха. Коллекция маэстро. Ладно, короче, давай уже. Если вы намерены спасти дочь, заполучите все колбы. Потрудитесь взглянуть. Я отметил все места на карте. Здесь, в деревне, есть сокровища. Думаю, каждое из них вам пригодится. Почему вы мне помогаете? Что вы, мы всегда заботимся о наших клиентах. Что ж, приходите еще. Ладно, хорошо, давай, короче, продолжим уже в следующей серии. Поэтому, если интересненько, то обязательно подписывайся. Жду тебя в комментариях, ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел, с тобой был Роман. И до новых игр.